По предварительным данным, сегодня в 13 часов 55 минут на 17 километре автодороги Калининград-Балтийск двигался автомобиль Ивэко под управлением 55-летнего водителя, который допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. После наезда водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист, возраст которого устанавливается, погиб на месте. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, выбирайте скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой, не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности. Уважаемые велосипедисты, помните, что движение велосипедистов старше 14 лет в исключительных случаях допускается по правому краю проезжей части, по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. Будьте предельно внимательны на дорогах. Берегите себя. Я двигался со стороны Калининграда, город Светлый. Перед поселком в море увидел велосипедиста. Он выехал на середину почти дороги. Я его сбил. При этом применив экстренный тормоз.